ЖК «Панорама», 3 30-этажного дома. Первые 3 этажа коммерческие. Вот это улица Арзамиева, Гайрбекова, вот там проспект Путина. Двор будет закрытым. Будет подземная парковка. Вот это улица, проспект Путина. Это здание Верховного суда. Планируется сдать в 25-м году, в конце 25-го года. Выбираем дом. Этаж. Там сейчас подсветка поменяется. В зависимости от этажа. Выбираем квартиру. Загорелся свет.